Принцип остается тот же. Слышать, повторять, услышать интонацию, услышать произношение, услышать ритм. Когда эти навыки заложатся на материале класса, вы начнете это слышать в жизни, и вас будут иначе воспринимать. Вы будете понятны. Вы делаете паузу. Я сказала, вы задумываетесь. И сначала это внутри себя повторяете, а потом произносите вслух, правильно? Вот этого не должно быть. Пока вы это делаете про себя, все улетучивается. Внутреннее ухо держит звуковой образ. Долю секунды, даже не секунду. Если вы тут же повторяете, вы попадаете в точку. Если вы чуть замешкались, все. Ничего не осталось от образа, и вы говорите так, как вы себе представляете, не так, как вы услышали. Поэтому очень важно повторять в ту же секунду. Вам в жизни будет настолько проще. Do it now.